Налет на интернет-магазин «Ламода» в Караганде полицейскими раскрыт за 2 часа. Организатором дерзкого ограбления оказался сам сотрудник торгового представительства, которого избили и связали налетчики. Полицейским в руки попало видео с камер наружного и внутреннего наблюдения из интернет-магазина. В 21:00 вечера, когда кассир интернет-магазина приняла выручку у торгового представителя, в помещение ворвались 2 налетчика в масках. Угрожая пистолетом, связали 30-летнюю девушку и 26-летнего парня. Забрали больше 1 000 000 тенге, системный блок компьютера и ключи от сейфа и скрылись. Потерпевших доставили в отдел полиции. Там и выяснилось, что организатор преступления – сам пострадавший торговый представитель. В процессе беседы, да? Если кто-то человек он потерялся немножко, допустим, в своих... Волнение сразу на лицо стало. И чуть-чуть его немножко как бы пошли на разговор более откровенный, и он сознался. Они все из Балхаша. Вот и налетчики, и сам он торговый представитель работал там. Неплохая зарплата у него была. Но он, наверное, знал о доходах этого интернет-магазина, знал, где хранятся деньги и так далее. То есть было заранее спланировано. По области был объявлен план перехват. Организатор сообщил марку и цвет машины, которую полицейские задержали в Шетском районе в тот же день через 2,5 часа. В «Тойоте» были 2 парня и девушка. В машине же нашли украденные деньги, кастет и 2 ножа. Позже задержанные дали признательные показания в совершении разбойного нападения. В ходе дополнительных следственно-оперативных мероприятий были изъяты 2 шапки-маски, 2 пистолета, 1 травматический, другой газовый, который преступники после совершения преступления зарыли. Всех 4 выдворили в ВВС. Возбуждено уголовное дело по статье 179, часть 2 Уголовного кодекса. За преступление, которое относится к категории особо тяжких, им грозит больше 10 лет лишения свободы. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Артем Ковалев, 5 канал.